Вітаю вас, глядачі Виноградівського телебачення. Сьогодні програма «Діалог», так би мовити, виїзна. Ініціатором її створення є голова спортивного товариства «Колос» Олександр Чука. Він запропонував нам для інтерв'ю цікаву людину, родом з Виноградова, який щороку буває в нашому місті, а зараз він є мешканцем Цюріха, Йосипом Дюловичем Нодзем. Отож, починаємо нашу бесіду. Я родился в селе Тростник давно, 70 лет назад, поэтому, но тем не менее, самые теплые воспоминания – это детство, которое я сегодня держу в памяти. Я хорошо помню всех своих ребят, с кем я там дружил, с кем мы там жили рядом. У меня очень хорошие воспоминания про это село. Вот. Там жили и мои родители, мои дед и бабушка по линии отца. То есть мы родом с тех мест. Вот. Было... Я там жил до 5 класса, затем переехали в, будем так говорить, Виноградово. Вот. Отец работал на железной дороге. И в связи с этим был связан этот переезд вот в Виноградово. В Виноградово я закончил, как все, среднюю школу. Ну, как все, не все, ну, так, средненько. Успехом я не отличался особыми знаниями, потому что мало было времени учиться, так как я жил от школы под Черной горой, и частенько и уроки пропускал, и, короче, успеваемость была неважная. Тем не менее, я ее закончил, тем не менее, я поступил. Моя мечта была с детства связать свою жизнь со спортом. Я пытался, я к этой цели и стремился. И я поставил себе цель, как ни странно, еще в школьные годы, что я обязательно буду или тренером, или спортивным работником. Вот какая-то такая у меня внутренняя тяга была на это. Так оно и пошло по жизни. Я поступил, у меня была, я, видимо, душа немножко романтическая была, потому что когда мне предложили поехать поступать в Сибирь, там были мои родственники по линии брата, его жены. Я так воодушевлился, что ну что, для меня, для парня сельского Сибирь, это что-то было, ну, что-то непонятное, что-то особенное. И я поехал туда. Я, хоть родители возражали, я тем не менее уехал, попросился. Я там закончил институт физкультуры, вернее, педагогический институт, факультет физвоспитания. И так началась моя более уже зрелая, более профессиональная работа в области спорта. Ну, как все студенты, не хватало денег, я работал тренером в детской команде на заводе «Манометр» в Томске. Потом впоследствии там была образована команда мастеров, и впоследствии она и стала играть в чемпионате СССР и России. Сегодня эта команда называется «Том». Так что мне удалось как там поработать, как детским тренером, совмещая участь в институте. И как судьба, видимо, так вела меня, что председатель областного спорткомитета Томской области, там на одних соревнованиях как-то заприметил меня и меня пригласил к себе на собеседование. Я еще был студентом. Вот. Он мне предложил после окончания института работать в Томске председателем спорткомитета одного из районов города. Это был Кировский район города Томска, где я
Ну, а как было тогда? После окончания нужно было 2 года обязательно работать. Ну, так как я в педагогическом был, я должен был работать в школе преподавателем физкультуры. Но меня перевели на эту должность. И я 1,5 года работал председателем спорткомитета города Томска. Но я очень стремился домой. У меня каждый день было связано, что я, ну вот, все-таки я уже закончу свою там сибирскую эпопею, я обязательно приеду домой. Действительно, я приехал, меня получил открепление, приехал домой и в Ужгороде предложил свои услуги в областном спорткомитете. И меня направили работать в областной совет профсоюзов, в обком профсоюза лесной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности. Это был 66-й год, конец 66-го года. Вот. Значит, там была должность, тогда не было в обкоме должности специальной, а была должность инструктор Центрального комитета профсоюза лесной промышленности по физической культуре и спорту по Закарпатской области. Таким образом, я получал заработную плату с Москвы, а на территории Закарпатской области я работал. Ну, конечно, в обкоме профсоюза под их контролем. И я сразу столкнулся с одной, сразу передо мной была поставлена задача руководством профсоюза, обкома профсоюза, что вот сборные команды обкома профсоюза на спартакиадах Закарпатской области занимают только 5-е место. И вот мне была поставлена задача на первой спартакиаде занять 2-е место, а на 2-е – 1-е. Вот такие цели были передо мной поставлены. И, естественно, мне пришлось приложить все усилия для того, чтобы перестроить всю структуру спортивную в этой отрасли. Но здесь мне очень помогло, повезло в том, что был областной совет тогда «Авангард», и во главе областного совета «Авангард» был, на мой взгляд, великий педагог, учитель, организатор Петр Иванович Крайняница. Вот. И он, благодаря ему, вместе мы составили такую точечную программу в развитии, чтобы подготовиться к этой спартакиаде. Ну, итог этой спартакиады не 2-е место, а 3-е место оказалось. Но, тем не менее, это уже был успех, потому что у нас просто времени было мало. Ну, и специалисты видели, что мы правильно делаем, потому что мы точечно, что это было. К примеру, в Сваляве была тяжелая атлетика. Мы там ее школу организовали спортивную, пригласили тренеров, пригласили выпускников закарпатских работать, которые занимались тяжелой атлетикой. К примеру, Мукачевский мебельный комбинат. Это был центр пулевой стрельбы, баскетбола, ручного мяча, лыжная фабрика, пулевая стрельба, допустим, Бычково, плавание, Хуст, Бычковский лесохимкомбинат, плавание, Хустский лесокомбинат и Хустский лесотехнический техникум, лыжные гонки, волейбол, Ужгород, велоспорт, перечин, настольный теннис. И мы укрепили эти места специалистами, спортсменами. То есть мы укомплектовались хорошо. И итог: на 2-й спартакиаде мы вчистую всех обыграли. Это был успех совместно не только наш, мой, ну и областного совета «Авангард», потому что я бы без них, конечно, не смог сделать. И в то время там в команде Крайняницы работали очень
талантливые инструктора. Очень были талантливые, молодые, амбициозные, как Степан Гаупт, Юрий Захаров. Вот они впоследствии стали руководителями областного совета «Авангард». Впоследствии Гаупт стал председателем областного спорткомитета, Захаров его заместителем. Вот мы тогда молодые, у нас было желание, стремление. И под руководством Украиницы нам удалось, он нас научил работать, короче. Я ему за это очень благодарен. Отже, а как вы в той час поддерживали виноградівський футбол? Ну, виноградівський футбол я, так сказать, только когда я был членом президиума Федерации футбола Закарпатской области, я имел тогда возможность влиять на конкретно на развитие футбола. Вот. И мы, ну, в Винограде не было, только маленькая мебельная фабрика под Черной горой. Больше у нас таких точек не было. Ну вот, работаю в президиуме Федерации футбола области. Естественно, я много помогал в становлении, особенно судей, которые здесь много бывших футболистов, специалистов, они пришли в судейскую, я их организовал, они, ну, там, Биловар и вот все остальные, я им очень помогал в этом плане. Ну и, конечно, я не забывал становление команды «Керамик», которая впоследствии стала чемпионом, по-моему, несколько раз чемпионом Закарпатской области, команда «Пластик», виноградовская команда. Вот. Там работал тренером Эмил сейчас, Радю. И это мой соклассник был. И помогал я им в становлении этой футбола в Закарпатской области, виноградовой. Отже, прошел певний час. И как в цей час, в 2000-х роках, вы оцениваете стан закарпатського и виноградівського футболу? Вот у меня был перерыв большой, да, я когда уехал из Закарпатья, ну, я уже тогда следил, но не так. И когда я уехал из Закарпатья, в Закарпатье футбол был самым массовым в Украине. Не только в Украине. Я был на одном совещании в Москве, где президент тогдашней Федерации футбола Вячеслав Колосков сказал, что футбол Закарпатья – это один из лучших футболов по массовости в Советском Союзе. Была статистика, где он привел эти конкретные данные. И, ну, не только массовые. Вот, ведь взять чемпионат Закарпатской области. Участвовало более 100 команд. Более. Это настолько был массовый вид спорта, все поселки, села, города, все участвовали в соревнованиях. Были стадионы нормальные, футбольные поля были прекрасные. Ну, что я увидел сейчас, ну, я знал, да, это коснулось не только Украины или Закарпатья, это коснулось, где я и работал в Санкт-Петербурге, и в области, что была перестройка, был развал страны, и это негативно сказалось. Экономика не работала с планом экономики в рыночную. Переход был очень трудным, тяжелым, непонятным, потому что, скорее всего, никто не знал, что это такое, как работать. Наверное, сам президент не знал, как нужно работать в рыночной экономике. И поэтому развал СССР очень повлиял на, не только на спорт, но и на вообще на экономику, на жизненный уровень страны. Ну а если уровень населения жизни падает, то естественно, что и спорт не может развиваться отдельно какими-то там темпами. Ви також є ініціатором створення книги цікавої про історію виноградівського футболу. Що ви плануєте в ній подавати? Ну, для мене зараз
я такую цель поставил, потому что считаю необходимо. Нет истории нашего районного футбола. Нет. Нигде не написано. Есть какие-то отдельные отрывки, какие-то, но это не издание, которое бы сконцентрировало бы всю футбольную жизнь всех тех времен, которые можно описать. Вот, по-моему, или в прошлом, или в этом году столетие районному футболу. И в связи с этим я обратился и по областному телевидению в час футбола к всем, обратился к вашему депутату Ивану Бушко, обратился к Селменскому, который хочет принять участие. Значит, мы поставили, я вообще хотел музей. Музей здесь был, говорили о нем, но он не доведен до конца, ничего не сделано. Поэтому буквально недавно была так встреча наша, и мы решили вначале написать книгу о виноградовском футболе, о районе, о том, как он начинался, как он развивался. Потому что если взять качество того, что выросло здесь, в винограде, в виноградовском районе, то здесь выдающиеся футболисты, которые знают не только в городе или в районе, но и в области, и в Украине, и за рубежом. Это Михаил Коман, всем известный. Это Василий Рац, заслуженный мастер спорта с Фанчикова. Это Шандор, Иштван Шандор с села Чепе. Это Форкош с села Чепе, вратарь был в олимпийской команде сборной СССР играл. Это Иштван Секеч из Вилка. Это выдающиеся футболисты города и района. И другие, сейчас всех перечислить сложно, потому что список очень обширный. И много знаменитых в этом списке есть людей. И, конечно, потомство должно знать о своих футбольных героях, о тех людях, которые защищали и прославляли футбол в Закарпатской области, в частности, в Виноградовском районе. И вот я инициатор этого движения, чтобы мы издали эту книгу. Надеюсь, рукопись должна быть в этом году готова, потому что назову человека, который бывший футболист, тренер, который собирает по крупицам, собирает историю этого футбола, Миндак, которого я смотрел его коллекцию. Но это на музей тянет однозначно, почему у нас родилась эта мысль, музей. Но, к сожалению, он один не может это все сделать. Нельзя. И я бьюсь об стенку еще, но дело в том, что если местная власть поможет, если она посчитает нужным, чтобы это было, то у нас проблем не будет. Потому что с бюджета мы деньги не будем брать. Нам нужно просто организовать людей, чтобы это каждое село дали свое, кто как помнит, многие же помнят все. То есть поднять весь архивы. То есть здесь нужно подключить 3-4 человека, которые бы с рукописью работали. А потом нужно издать книгу. А издать книгу у меня мысль такая, чтобы она была не только так для друзей и для еще кого-то. Оно, чтобы было в каждом селе, в каждом поселке, чтобы в каждой школе, в каждой спортивной школе, чтобы дети могли видеть и читать, что ага, о, там мой отец играл, там мой, наши знакомые, там то. Это история, ее нельзя забывать.
Ну, у наших глядачів може скластися враження, що ви місцевий мешканець, але ви вже декілька років живете за кордоном. Як ви туди потрапили, чим ви зараз займаєтесь? По сімейним обстоятельствам в 80-му році я переїхав в Санкт-Петербург. Вот. И с того момента у меня там началась тоже футбольная и спортивная жизнь. Меня сразу приняли работать в областной спорткомитет. И областной спорткомитет, я когда увидел, то я думал, что как в Ужгороде областной спорткомитет, закарпатский. А там целый дворец был отдан областному спорткомитету, и я был немножко ошеломлен, что я не знал, что где-то около 250 человек работали в областном спорткомитете. То есть там на каждый вид спорта был отдел. Меня приняли инструктором областной спорткомитет по игровым видам спорта. То есть футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, ручной мяч, водное поло и теннис. И вот так началась моя там работа. И доработал я до пенсии в этом областном спорткомитете ровно 22 года. Параллельно работая, я, конечно, уже был там ведущий специалист, потом старший специалист, потом главный специалист, потом начальник отдела облспорткомитета. Но я чувствовал, что мне нужно выбрать один из видов спорта, чтобы я мог более фундаментально и более качественно работать в ней. И меня избрали параллельно. Тогда еще называлась должность председатель Федерации футбола. Ну, тогда при СССР это было, ну, тогда обком партии был, облисполком, областной спорткомитет, областная федерация. То есть у нас был и город, и область, все это вместе. Я возглавил эту федерацию до 1994 года. В 1994 году получили юридический статус федерации, так как отошли от облспорткомитета и стали самостоятельными. И меня там избрали президентом. И вот я президентом до 2006 года и работал. То есть я еще совмещал и облспорткомитет, на общественных началах я был президент Федерации футбола. В 2003 году я ушел на пенсию, и я уже тогда полностью ушел в Федерацию футбола. Значит, в 2006 году, естественно, были выборы, меня опять избрали, до 2011 года. Ну, это уже второй этап, как вы мне задали вопрос, заграничный. И подытаживая вот все годы работы, так, ну, когда я вышел на пенсию, я очень благодарен закарпатскому спорту, что он мне дал дорогу в жизнь. И проработал около 30 лет в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что там были тяжелые времена, становление, ну, представьте себе, пришел там какой-то неизвестный человек и начинает там в Санкт-Петербурге наводить свои порядки, навязывать свои программы, мысли. А там выдающихся людей было, они сейчас есть. И мне в жизни повезло, что я там оказался, что я встречался, работал и учился у великих людей. Ну, пару человек я назову. Это великий тренер, это Юрий Андреевич Морозов. Это Павел Федорович Садерин. Это Люк Шинов. Это другие выдающиеся люди,
тренера, но и также организаторы спорта, где я, как говорится, кардинально изменился. Я чувствовал, что у меня очень мало знаний еще. Я в институте Лесгов-то продолжил учебу. Я продолжил учебу, открылись тогда УЕФА, Европейский футбольный союз, открыл в Санкт-Петербурге трехлетнюю школу тренеров и работников, организаторов футбола. Маркетинговая работа и тому подобное. Я и то отделение, и то закончил, потому что мне было очень интересно. Я дипломированный сейчас специалист, могу работать за границей где угодно. В каком? Или тренером, или руководителем спорта. Да, есть у меня на это диплом. Вначале я уехал в 2006 году в Берлин, тоже по семейным обстоятельствам, в связи с тяжелой болезнью супруги. Вот. И, естественно, я не мог быть в стороне. Я был с ней до конца. Вот. Одновременно, конечно, я был членом президиума Федерации там, Санкт-Петербурга и области. В Российском футбольном союзе я продолжал так даже оттуда принимать участие в этой работе. Вот. И потом, когда супруга ушла в иной мир, у нас и был семейный бизнес, просто я мало в нем участвовал. По известным причинам. А теперь, так как я один, я переключился в этот семейный бизнес. И сейчас я в Цюрихе возглавляю, швейцаро-российскую компанию, где я являюсь исполнительным директором этой компании. Эта компания занимается несколько направлений. Вот. Главное направление в ее деятельности – это банковский бизнес. А второе направление – это отдел перевозки. То есть отдел перевозки в самом большом смысле слова перевозки ведутся и не только железнодорожным путем, но и морским путем, авиапутями. Это большая компания транспортная, которая находится в Москве. И филиал, и все финансовые, потоки, финансовые вопросы решаются в Швейцарии, в Цюрихе. Поэтому я сейчас там нахожусь. И активно помогаю детям. Тем не менее, я свою основную работу, которую я с ней прожил всю свою жизнь, которой я очень благодарен, я не забываю. У меня идеи есть. Мы выпустили книгу и в Санкт-Петербурге о футболе. Сейчас здесь есть другие планы развития. Я разработал один программу развития футбола. Наверное, меня болельщики футбола очень поймут, что сейчас большая мода покупать игроков, футболистов с Бразилии, там, с Сербии, с Хорватии, со всех концов. Но покупают не лучших игроков, ошибаются. И по большому счету они не приносят пользы. Я смотрю за Гаверлой, как она мучается с этими иностранцами. А я помню те времена, когда Гаверла не то чтобы приглашала, она отдавала своих игроков в Киевское «Динамо», в Черноморец, в Львовские Карпаты. У нас плеяда была известнейших мастеров
кожаного мяча, Йожеф Саб, Василий Турянчик, Федор Медведь, Габоуда, Секеч, Шандор, Рац, Коман, Михалина, боже мой, я сразу сейчас и голову не лезу, Дёрфи. Это были известные мастера. Они пополняли весь Советский Союз командами. Беловари наш, Виноградовский, великий, я его считаю великим футболистом. Но в то время, знаете, после войны, он все равно играл в Минском «Динамо». Он прославил и был одним из лучших защитников СССР. И мы докатились до того, что мы должны покупать там из тех стран, которые еще недавно вон сидели на пальмах и оттуда смотрели футбол. А у нас он уже был на высоком уровне. Поэтому меня это беспокоит. И я уверен, что придет то время, когда от них откажутся. Но чтобы отказаться, нужно готовить своих. Нужно создать систему, нужно создать структуру футбола в области, которая бы могла бы готовить своих воспитанников. Да, на это нужно время. Потому что с молодого пацана, пока он вырастет, мастера нужно терпение, труд, нужно много чего. Но стоит этим заняться, стоит, потому что все время покупать, на этому все-таки придет конец. И кто раньше начнет эту работу по, будем так говорить, по выращиванию своего молодого поколения для пополнения команд, те и выиграют в конечном итоге в каком-то определенном времени. Вот, потому что я уже так смотрю по высказываниям многих специалистов в России, многие уже очень недовольны, что огромные деньги тратятся на них. А футбол, ну, там чуть-чуть получше, но он не тот. Нужен патриотизм внести, чтобы это были наши игроки, наши воспитанники, наши тренера. Вот тогда будут идти на этот футбол, как когда-то ходили в Ужгороде, в Виноградове, полные стадионы, там негде было просто встать, не было места, в Ужгороде или в Киеве. Поэтому я бы таким путем пошел, если был бы я губернатором Закарпатской области. І на завершення нашої бесіди, все-таки вона більше стосувалась футболу. Я думаю, що нашим глядачам, футболістам, ветеранам футболу було би приємно почути від вас певні побажання. Ну, я хочу звернутися до ветеранів футболу не тільки Виноградова і району, але і до ветеранів закарпатського футболу. Я хочу їм побажати, подякувати їм за ту велику роботу, за те, що вони віддали свій час для футболу, і вони прославили наш край футболом. Я побажаю молодим футболістам, молодим виноградівським в селах, котрі є команди, щоб вони підтримували той футбол, який був колись тут у районі і в області. Я сподіваюся, я впевнений в тому, що прийде той час, коли все стане на свої місця, і виноградівський, закарпатський футбол буде другими красками жити. І такі будуть краски, які будуть виховувати українську збірну команду, будуть наші гравці. Будуть відомі наші тренера, які є в області і заслуговують цього. От я їм побажаю, щоб вони
футбол далі так тримали і підняли на другий рівень, на той, який був колись, допустимо, ну, 80-ті роки або ті роки. І пар соут модерні штудокс мондані, і ж інка базу козо модерок, козо корок, солнець пар соут, який тулати сан локнок, голоток, ремек футбол чопоток, чепи і бе, окор, пейтер фолван, тіо чопоток, я це тако, медіа байнок шаг, бо mondjuk a Péter falvi csapat az még most is nem jó. Jó edzők voltak, jó játékosok. És azt kívánom nekik, hogy mint ukránul mondtam, hogy és meg is köszönöm nekik azért, hogy ők így szeretik a futballt, mert igazán az egész tiszta szívből mindig játszottak, és szerették, és át is adták a gyerekeknek, és úgy gondolom, akik most a fiatal generáció, ami most a nő, azok is nem fogják abba hagyni, mint az ő apjuk, mint a nagyapjuk, akik a nagy színvonalra felhozták a kárpátaljai futballt. Sok sikert neki! Отже, це була виїзна програма «Діалог», і ми спілкувалися з колишнім мешканцем нашого міста, теперішнім мешканцем Цюріха Йосипом Нодзем. До побачення!